гуляю опять. Сейчас посмотрим, что там с нашей клумбой. Похорошела ли она? Сегодня, кстати, 19 градусов тепла. Выходной день. Народу нету никого. Там траву покосили. Дикие яблоки. И груши, не знаю, что это. Что-то дикое. Я достала тостер. В коем-то веке мне захотелось тостов. И я купила цельнозерновой хлеб. И сейчас буду делать себе тосты. Я тут кота параллельно наглаживаю. Наглаживаю кота. Давай тосты делать будем? Вот такой я хлебушек покупала. Тут еще немножко осталось, еще на 4, на 3 тоста. Это мы уже, конечно, съели, уже покушали. Вот такой вот зерновой хлеб Геркулес. 39 рублей у нас стоит. 39 с чем-то, ну 40 рублей стоит. Энергия, 9 злаков для жизни. Хлебный дом. Вкусно? Это мой черный хвост. Это мой черный хвост. Достала кофеварку. Надо ее помыть, конечно. Где-то у меня эти есть. Фильтры. Раньше часто пользовалась, но сейчас я кофе пью очень редко. Просто достала, потому что коробку очередную разбирала. Тоже она у меня Russell Hobbs. Коробки перебирала. Еще смотрите, что нашла. Вот такую вот сумочку я сама делала. Боже, ну где я, там и он. Вот такая вот сумчарка. Вот это пристегивается. Видите, на такой булавке. Кисуль, отойди. Ну, дай мне поснимать. Ну, что такое? Ну, давай. Кыщ, кыщ. Вот такая она. Ну, да, вручную сшитая, но на пляж я брала. Вот почему эти разборки происходят у меня на кровати? А? Тут семейная драма. Такая бесшумная семейная драма. Сейчас малого скинут с кровати. Нет, держится. Не могу. Интересно, борьба идет за то, кто сегодня спит рядом со мной? Они вдвоем любят в ногах улечься, так что ноги затекают. А фиг ведь пошевельнешься. Да нет, я думаю, семейные разборки по другому поводу. Просто играются. Просто игрульки. Ночные. Время час ночи. У нас тут игрульки.
не могу остановиться снимать. Два чудовища. Все, давайте уже прощаться. Все, давайте расходитесь, я буду прощаться, мне надо влог закончить. Все, семейная ссора закончена. Мы готовы с вами попрощаться. Пока-пока.